Итак, всем привет! Сегодня у нас 19 мая 2015 года. Ну вот, сделал тепличку под арбузы, под дыни, начал все, то есть высаживать в открытый грунт. Теплолюбивые культуры. Вот здесь вот баклажаны накрыл. Сейчас пока прохладно. Здесь вот томаты, перцы. Вон сколько много. Тут арбузы, дыни. Тут надо доделать парничок арочный. Вот дынька. Вот дынька. Вот арбузик. Вон сколько много. Здесь вот табачок различных сортов. Здесь, наверное, сортов 19. И здесь 6 сортов. Мне еще осталось, то есть, посадить сортов 30. И махорок сортов 28. С Урала мне прислали, то есть. Вот так вот работа идет потихоньку. Капусту вот начал высаживать. Позднюю, раннюю. Свекла уже вылезать начала, морковь тоже стала вылезать. Вишни цветут. Черемуха уже все облетать начала. Обещает потепление, сейчас как раз прохладно, сейчас самое время сажать, чтобы все укоренилось, прижилось. Вон сколько много табака. Еще осталось махорку, еще разные сорта, то есть еще делов полно. Тут кукуруза. Сколько есть? Раз, два, три, четыре, пять. Пять борозд. Тут морковь посеял, свеклу вчера. Так-то я сеял, но это будет позднее. Вот такой табачок. Все прижилось, все стоит уже. А я тут вчера сажал. Это из табака от Димы, из Липецка. Новые сорта. Все стоит, все нормально. Все укореняется. Тут кукуруза, здесь горох. Вот перец сладкий. Там у меня в конце острый. Вот томаты, две борозды. Вон прям до конца. Очень много. Вот еще третья борозда, помидоры. Все укореняется, все приживается. Вот такая помидорка для открытого грунта. Перчик. Тут картофель, лук начал вылезать. Там баклажаны, то есть под бутылками. Два дня подряд все высаживал. Вот такие дела. Вот такая тепличка под бахчу. Наступает лето. Ладно, всем до скорых встреч. До свидания.